разошлась. Давай. Она должна сплющить. Это самое интересное. Сплющенная бутылка – это самая лучшая игрушка. Можно маленькие 0,33 давать, можно большие. Ну нету, надо. Джина, там у меня примула. Примула. Осталась. Одна. У меня был у знакомых щенок, который любил 6-литровые бутыли. Щенок маленький. Он сверху ложился, вот, задними лапками отталкивался и ехал на этом бутыле. А она знаешь, что делает? Я наливаю ей воды вот сюда. Ага. Значит, она подходит, берет зубами эту миску и носит с водой и несет ее куда, туда, туда, выливает ее. Только налью, вот я... Именно свеженькую водичку, да? Любую. 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 А ей, ну, воду под краном можно, я ей так, вот так, ну, вот она идет с фильтром, да? Вот. Вода там с фильтром? Нет, здесь нет. Ну, а дома с фильтром. Да, лучше, конечно, фильтрованную. Потому что фильтрованная она бактерии, ну даже не бактерии, а вот эти тяжелые металлы, то, что есть в ней. А звук такой специфический.